потому что именно сегодня состоится модный показ коллекции одежды Флорисова. Ваши бурные аплодисменты! В 2003 году компания вышла на международный рынок. Сейчас представительство Фиберли, картина в 17 странах мира. Доставка работает в 42 странах. Фиберлик – это 5 миллионов человек, которые каждый день с удовольствием пользуются продукцией в Европе и Азии. Компания имеет 30 патентов и входит в рейтинг топ-100 крупнейших косметических компаний мира. Аплодисменты компании Фиберлик! Еще один патент, они любят свою компанию, обожают. Просто для них это жизнь. Жизнь, которая представляет и возможности компании Фиберлик. В течение всего показа каждый из вас сможет выиграть главный приз. Встречайте коллекция Фиберлик модной одежды. Известно всем, что стиль в одежде является своеобразной личности. И это без всякого сомнения дело выбора, а не случайность. Даже для школьницы очаровательной можно приобрести красивый. Вот такие модные детки могут быть и ваши. Джинсера, красивая одежда. Джинсы, рубашки. Аплодисменты красивым защитникам Отечества! Вот они, яркие, весенние. Подбирая свой гардероб, нужно помнить, что вещи будут носиться несколько сезонов. Большая часть вещей должна быть основой, а остальное – дизайнерские новинки, которые для вас предлагает компания Фиберлик. Вот они, красотки, девочки, красивые платья, а также колготки, туфельки. Все это вам может предложить компания Фиберлик. Выйдут в этих платьях, чтобы они будут самыми красивыми. Неважно, сколько вам лет, первый класс, второй, третий, восьмой, девятый, для любого возраста есть красивые блузки, юбочки, именно тех оттенков, которые нужны для разных учреждений города. Вот такие красивые. Аплодисменты! Не обязательно иметь классический стиль. Можно быть вот такой вот спортивной, хороших джинсах, лосинах, удобной теплой кофте, которая весной как раз будет очень удобно. Модные стильные кроссовки. Вот она, молодость и красота, аплодисменты! Футболки любых расцветок, джинсы любого покроя. Все для ваших модных и самых креативных деток. Два брата. Два красивых, очаровательных молодых человека. Аплодисменты им! А мы продолжаем модный показ. Вновь на этой сцене юные артисты, красивые, молодые, перспективные. Вот она пара красивых ребятишек. Очень удобные толстовочки, кофточки, джинсиков. Это все от компании Фиберлик. Качественная, модная одежда. Обратите внимание, что кроссовки это тоже компания Фиберлик.
Ваш ребенок будет просто в восторге, что он идет. А цвета весенних и летних расцветок будут гореть на его красивых ботинках. Мы продолжаем. Пожалуйста, вот пижамочка удобная, красивая, если вам нравится. Заказывайте прямо сейчас. Она удобна, яркая. Ну и что самое главное, качественное. Платьишки разных расцветок. Обратите внимание, в этом платье можно пойти как в школу, так и на любой вечер. На свадьбу, на юбилей, ну и просто на день рождения. Быть всегда красивой. Аплодисменты очаровательным девчонкам и прекрасной Мале. Даже если бабушка говорит она мне, но вы со мной согласились, что она как мама выглядит в этой красивой одежде, а вот и светлый день. А у нас новый показ не заканчивается, мы продолжаем. Красоток много, одежды много, и это все Фаберлик. Новая коллекция. Это как на вечернее платье с красивыми стразами. Расцветки бывают разными, поэтому загляните в каталог и посмотрите, какие расцветки еще есть. Может быть, розовый, синий. И на этом аплодисменты очаровательным маленьким юным красавицам. И для вас вновь красивый, зажигательный танец ча-ча. И главное, посмотрите, какая весенняя красавица. Мы продолжаем спортивный стиль. Пожалуйста, если вам не нравятся брючки, вы можете купить лосины. И очень удобную, и легкую кофту. Вам будет очень удобно заниматься спортом и делать уборку дома в такой красивой одежде. Это тоже спорт. Удобные джинсы, удобная, заметьте, футболочка, она настолько яркая, с небольшими блестками, которые, ну, можно так сказать, и с юбочкой одеть, но при этом и с джинсами, но и быть красивой. Повседневная красивая одежда на очаровательной. Вновь повседневная одежда. Это вещи нейтральных оттенков, классического кроя, сдержанные. Все это позволяет сочетать одежду и легкой, соединять их между собой. Одна одежда должна использоваться несколько раз. И может, конечно, одеться на любую фигуру, потому что размерный ряд компании Фаберлик просто зашкаливает. Он подчеркивает фигуру. Очаровательная, красивая, модная одежда. Мы продолжаем повседневную одежду. В гардероб входит платья, блузки, брюки, джинсы, юбки, майки, футболки, водолазки, джемпера, кардиганы, жакет, трэш. Туфли, балетки, сумки. Это все можно приобрести здесь, в компании Фаберлик. Аплодисменты. Пожалуйста, если вы яркие, стильные, модные, это для вас. Пожалуйста.
Лучше всего подбирать свой гардероб в виде капсул на разные случаи, разные времена года. Количество капсул может быть у каждой женщины различное. Одежда в капсулах должна взаимодействовать друг с другом. То есть одна заменяет другую. Вот это яркие оттенки сегодняшней весны. Повседневное платье любых темных расцветок, потому что на работе важно иметь свой дресс-код. Если на вашей работе дресс-кодные вещи, то это платье обязательно должно быть для вас. И вы будете просто неотразимой. Мы продолжаем. Если вам нужно провести какую-то встречу, если вам нужно рассказать о какой-то новом направлении, вы работник Фуперлик, вот это платье просто сразу продает вас и дает уверенность в том, что вы говорите, потому что оригинальный стиль, покрой этого платья и главное удобство, оно практически не мнется, и поэтому вы можете одеть ее в любом случае, даже если вы куда-то торопитесь. Ух ты, красные аплодисменты платья, уверенной женщины. Если вы хотите на это 8 марта быть очень красивой, яркой, незабываемой, сногсшибательной, неповторимой, то это платье для вас. Оно из разных расцветок. Загляните в каталог, посмотрите, попробуйте. Оно встречное, тянется, удобное. Но, конечно, не мнется. Вот эта очаровательная дама сегодня нам демонстрирует шикарное, уверенное платье красных оттенков. Примеры гардероба для вечера: вечернее платье, жакеты или пиджаки, или кардиганы, сумки, туфли, аксессуары. Обратите внимание на ножки. Эти туфли тоже с компанией Фуперлик. Они куплены прямо здесь. Посмотрите, как хорошо подходит платье к туфелькам. Потому что одежда Фуперлик капсульного вида, то есть все оттенки можно закупить, купить и приобрести. Вы будете яркой и красивой в это 8 марта. И классическое платье, и дресс-кодное платье, и вечернее. Обратите внимание, в любом мероприятии, на работу или на праздник вы также можете красиво выглядеть. Если вам нравится это платье, приобретайте, потому что сейчас весенние скидки и большой выбор. Еще одно красивое платье другого оттенка, обратите внимание. Вот оно. Пожалуйста, если вы возьмете аксессуары из компании Фуперлик, и сумочка, и бусы, и туфельки, и все это прекрасно смотрится в одном целом. Вот это именно сочетание и бижутерии, и платья. Очень много коллекций, можете отдохнуть ладошками. Я чувствую, что горят ладошки, потому что очень много сегодня мы хотим вам показать, рассказать и дать попробовать. Вот, обратите внимание, другой текстуры, другой фактуры, но также оригинальное платье. Оригинальный вырез, посмотрите, все закрыто, но на самом деле очень сексуально смотрится. Буквально один разрез. Спасибо вам большое за это платье. Мы продолжаем. Бижутерия также представлена с компанией Фуперлик. Обратите внимание, красивые сережечки, красивые бусы. И все это смотрится шикарно в любом платье. Но в данном случае это платье подчеркивает. Посмотрите, какая разновидность цветов. Различные цвета, абсолютно разные. Разных оттенков, практически хамелеон, можно сказать, играет на свете. Мы продолжаем. Весенний-осенний гардероб представляет здесь. Вы обратили внимание, брюки и джинсы, юбки, пальто. Мы выбираем именно сейчас. Вот это вот летнее, красивое, легкое платье. Ну и также аксессуары тоже. И сумочки, и рюкзачки, это все Фуперлик. Мы продолжаем. Удобная, повседневная одежда. Чтобы вам ничего не сковывало и все было очень удобно. Этот вариант для вас. Вы можете в нем чувствовать себя комфортно, стильно и современно. Мы продолжаем вечеринку.
вечернее платье и повседневные, да, они могут по-разному быть, по-разному смотреться, смотря куда вы пойдете. Смотрите, как хорошо она в нем идет. Давайте ей поаплодируем. А ножкой молодец. Орнамент внизу, обратите внимание, очень хорошо смотрится. Если вы оденете серые туфельки, это будет хорошо. Если вы оденете черные туфельки, это тоже будет хорошо. Ну и в данном случае здесь светлые туфли тоже неплохо смотрятся. Можно было взять еще сумочку белого, да, у нас она есть в Фаберлике, это было бы законченный вариант. Зеленый цвет, цвет красивый. Сегодня представлено платье зеленого цвета. Капсульная одежда имеет неповторимое преимущество. Это универсальная одежда для любой ситуации. Все вещи подходят по функциям и стилю. При добавлении новой вещи. О, летнее платье, прям не могу не... Вот такое красивое, легкое летнее платье. Вы можете пойти в этом на работу, потому что длина этого платья прекрасна. И верх очень классически скроен. Вы будете чувствовать себя не только красивой, но вам будет очень удобно. Это все с компанией Фаберлик и с новой коллекцией одежды. Вечерний вариант для вас представлен. Сейчас очень модно. Шифон. Под шифоном красивая ткань. Это тоже платье, можно сказать, хамелеон. Любые туфельки от золотых, коричневых и даже черных могут подойти к этому платью. Очень интересный покрой. Посмотрите, как оно блестит, и вы будете блистать на вечере в этом платье. Капсульная одежда при добавлении новой вещи к своему гардеробу. Капсула становится обновленной и актуальной. Например, вечернего платья для вас. Примеры гардероба вечернего платья, они бывают разные. Вечернее платье, жакеты, пиджаки, кардиганы, сумки, аксессуары также есть. Пожалуйста, оттенок голубого. И обратите внимание, бижутерия осталась той же. Она буквально завернула, и посмотрите, как она по-другому смотрится на этом платье, да? Мы с вами видели два платья, и это очень оригинально. Посмотрите, как бижутерия Фаберлик хорошо работает с разными типами платья. Вот еще одно. Золото на черном фоне всегда очень выгодно смотрится. Туфли также от Фаберлик. Посмотрите, насколько они интересные. Подходящие, опять же, к этому платью. Бижутерия. Все в едином стиле. Очаровательные, красивые девчонки сегодня дали вам этот праздник. Вечернее платье. Такое ощущение, что оно сшито буквально специально для данной модели. Оно сидит четко и ровно. Также будет сидеть на вас. Если вы любите платье минимум цветов и разных фактур, а просто классическое платье, это для вас. Аплодисменты. Вот такие платья есть от компании Фаберлик. Если вы не любите длинное платье, а любите платье до колена, то это платье для вас. Красивое, оттенки теплых тонов, с яркими аксессуарами от компании Фаберлик. Это все, вы не представляете, это все создает большая компания. И аксессуары, и сумки, и туфельки. Посмотрите, как все хорошо смотрится в едином стиле. Продолжает вечернее платье, которое нам очень понадобится скоро. 8 марта. Посмотрите, оттенок стального цвета. Как хорошо смотрится. Как бросается в глаза. И вы просто неотразимы. Если вам нравится это платье, покупайте его прямо сейчас. А компания Фаберлик старается для вас каждый день удивлять. Продолжаем вечернее платье. Посмотрите, какая бижутерия, как она сюда смотрится. Я бы даже сказала, не бижутерия, а натуральные камни, которые также имеют способность оберегать, помогать.
и стимулировать человека на успех. Как красиво сочетается цвета. Если вам нравится это платье, то буквально скоро вы будете блистать в нем на праздник. Если вы любите яркие блёсты, это последнее платье. Давайте поаплодируем сегодняшнего показа. Если вы хотите вести модный показ, то именно в этом платье нужно его вести. Яркое, красивое платье, которое подходит на юбилей, на свадьбу, ну и, конечно, на мероприятие. Если вам нравится это платье, то оно вот оно, ждет вас прямо сейчас. Вы можете на вешалке посмотреть и потрогать его. Аплодисменты нашим красивым дамам, которые сегодня порадовали вас. Разрешите буквально там во время того, чтобы наполнили свои чашечки, если они у вас остыл чай или кофе. Я спрошу буквально несколько вопросов. Мне очень интересно, пока вы помните. Что вам больше всего понравилось, что запомнилось? Если кто-нибудь может сказать буквально пару фраз. Есть какое-то платье, что вам понравилось? Или костюм? Да? А, например, что больше всего запомнилось? Ну, платьишки самые яркие, красивые, это вот блестящие, потом это со стразами, с цветочками, сарафанчик чудесный, блузочки отличные. Вообще. Здравствуйте, меня зовут Оля, как уже сказали, и я брендитер компании Faberlic бренда Флоранж. Что такое брендитер? Да, как вам уже сказали, это специалист, который помогает подобрать нижнее белье. А у нас у женщин всегда есть проблема, что мы идем в магазин, перемериваем кучу белья, и значит, из этой кучи, если один хорошо мы купили, или два, да, пришли домой, оказалось, что он нам не подошел. Так вот, специалист, который брендитер, он как раз помогает сделать так, чтобы вы не мерили кучу белья, а купили именно то, что вам необходимо. Весна – это ощущение любви и нежности. Даже если вы все давно уже замужем, то с комплектом белья Анжела вы можете напомнить своему мужу о вашем дне свадьбы. Посмотрите, какое великолепное атласное кружевное. И сейчас моя любовь, честно, я в восторге от этой модели. Я ее когда увидела в каталоге, я сразу влюбилась, когда увидела вживую, я поняла, что я пропала. И муж мой, наверное, тоже, потому что эта модель Жасмин. Она вас наполнит темной арабской ночью. Это модель на выход, можно сказать, да, то есть ее на работу одевать не надо. Потому что посмотрите, какая вот лучшая кинзада, она когда рассказывала сказки своим, своему султану, вот она мечтала о таком темном, богатом ситце, она просто не видела такого еще тогда. Посмотрите, вот вам покажется, что это кружево, а это аппликация, выполненная в специальной форме, в специальной технике, и она напоминает тонкое кружево. Это восхитительная модель, которая поддерживается трусиками-слипами. А посмотрите, какие у них кружевная спинка. Ваша модель, мне кажется, не устоит, если вы оденете такое белье. Обратите внимание на бретели. Они как крылья бабочки напоминают вам весну. И женщина в этой модели тоже будет весенняя, красивая. Это очень дорогой цвет бордо. Сейчас как раз он идет, ну, как раз самый модный цвет, который сейчас марсалом, бордо, вот эти вот цвета. И как раз нам дизайнеры Флоранж предоставили эту модель. Кроме того, у нас есть корректирующее белье. Как вы знаете, у нас есть перед праздником, и нам необходимо срочно похудеть. Буквально 2 часа до праздника, но надо похудеть, да? Вот как раз возьмите корректирующее белье, которое имеет 3 степени коррекции. Девочки, вот это белье, которое в компании Флоранж, это роскошное белье, в котором любая женщина может быть выглядеть королевой. Это французское белье, которое вы можете себе позволить. Вы можете позволить себе купить комплект французского белья. Если вы сомневаетесь в размере или не знаете, как его выбрать, вы можете обратиться ко мне. Вот мой телефон. Правильно. То есть я вам с удовольствием помогу. Записываем, берем. Спасибо вам большое, это для вас подарочки. Мы наряжаемся, прихорашиваемся, и последнее, что мы делаем, наносим на себя аромат. Одеваем. И в зависимости от нашего настроения, мы одеваем тот или другой аромат. Если мы сегодня женщина вам, женщина-загадка, это однозначно Рина.
слушали, у нас игривое настроение, и закончится наш вечер неизвестно во сколько, будет весело, много народу. Ювалин, пожалуйста, это аромат на этот случай жизни. Если вы сегодня решительная, деловая женщина, то это однозначно Юдашкин волк. Пожалуйста, если мы сегодня юная, свежая, дыхание весны, то есть мы Юдашкин роуз. Пожалуйста. Если мы влюблены или хотим влюбиться, пожалуйста, куртужур. Это значит аромат, который создан специально для компании Фаберлик. Ну, конечно, Beauty Cafe – это пудровый аромат, который нравится, ну, практически. Новая Ренака вышла – это аромат весны, свежести, новых впечатлений и эмоций. Пюретта – это уже запах фиона с начала июня. Вот такое прям переполнение эмоций, какое-то счастье. Дона Феличи, Ума Феличи – это парный аромат, это приключение, это поездка на велосипедах, это вот что-то вместе, в унисон. Валентин Юдашкин мужской – это для мужчин, которые сильные, которые властные. Вот заходит мужчина, и все сразу же моментально поворачиваются на него, привлекающие внимание к себе. Вентаментюрис – мужской аромат, это для мужчин, которые любят приключения, морской. Путешествия, дайвинг – это для них. Пасифик – для мужчин, которые любят походы на рыбалку. Вот это прямо такое. То есть для мужчин дети, которые не могут сидеть на месте, которые говорят, если я на диване, значит, я умер. Значит, феерика сенсуал для нежных женщин. Для таких, вы знаете, которые закат. Вот она вся такая мягкая, изящная. Вот прям вот не женщина, а сказка. С наступающим весенним днем 8 марта. Благодарю, очень благодарю всех, что вы нашли время и посетили наше мероприятие. Мы надеемся, что вы и также будете дальше приходить на наши прекрасные мероприятия и наши праздники. Но самое главное, что я хочу сказать еще. Давайте, друзья, аплодисменты! Вот 2000 с лишним человек посмотрели и написали «нравится». Вот, смотрите. Точно. Мы знаем теперь, кому рекламу. Всем просто нужно, вот если кто-то хочет дать рекламу, обращайтесь. Как вас зовут? Лена. У нас есть люди, которые уже с нами. Есть и долгие годы, есть и короткие месяцы. Но они с нами, несмотря ни на что. И вот таких людей мы сегодня хотим почествовать. Трудами же!